Никит. Чё? Слушай, ты же знаешь, я что-то мне идея пришла в голову. Я же люблю челленджи всякие. У меня вот новая идея. Как насчет того, чтобы я кролем, а ты на ногах? Я уверен, что я тебя сделаю. А мне кажется, я тебя сделаю. Да ладно. Чё, поспорим? Всё легко. Давай. Прям сейчас? Да. Давай, пошли. Всем привет! Меня зовут Никита Кислов, и вы на канале Школы плавания Swim Rocket. А сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас спор с Димоном. Дмитрий Назаров, один из самых титулованных любителей, человек, который сделал 40 марафонов, 3 айронмена, дофига триатлонов и заплывов. В общем, это Димон. Здорово, Димон. Здорово, Никита. Как вы видели в нашем постановочном ролике, мы с Димоном поспорили. А вот на что мы, Димон, поспорили? На то, что я в координации сделаю тебя на ногах. Перевожу на русский язык. Дима говорит, что он проплывет быстрее меня 25 метров в полной координации, а я буду плыть только на ногах кроль. На самом деле я не знаю, но я подписался и решил, что мне надо бахнуть Димона. Никит, подожди. 25 ни о чем. Давай полтинник. Давай, полтинник. Это же челлендж? Все, полтинник. Челлендж, все, полтинник. Я на ногах кроль, а он в полной координации. У меня все шансы его сделать. Короче, этот чувак, который решает все время на телефоне, что он сказал, что меня сделает. Как он будет меня сделать, если вместо того, чтобы разминаться, он, блин, базарит по телефону, а? Пойду разомнусь. Ребят, ну мы, собственно, готовы, поэтому что, будем стартовать? Давай уже быстрее, поехали, толстый. На старт. Внимание, марш! I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track. No. На повороте мне показалось, что я ушел нормально, да? Ну, 25 мы с тобой сделали одинаково, прям вот притык. А потом я стал отрываться, ты чуть-чуть сдулся, но держался отлично. После поворота я сдох. Ладно, братух, ты победил. Сегодня исторический день, я обыграл Никиту Кислова. Впервые в жизни, в плавании. Ни пешком, ни бегом, ни на велике, а в плавании. На самом деле я плохо размялся просто. Да. Он еще жульничал. И плохо размялся, да. Это чем я жульничал? Как? Ты ж кролем плыл. Ой, брасом плыл. Кто мне обещал? Не было такого. Было, я видел. Пару раз, когда на я видео, задох... на видео все пару было. Раз, когда я не задохнулся. Ну конечно, начинается. Чтобы ты задохнулся, ага. Короче, ладно, надо в финале. Стоп, какой все? Че? Мы с тобой на что спорили? Ни на что. Подожди, давай-ка мы с тобой сделаем какой-нибудь подарок. Ты проиграл, значит, ты должен подарить какой-нибудь свой классный курс ребятам, своим подписчикам. По растяжке пойдет? Ну, ты сегодня проиграл из-за того, что был не растянут, в том числе. Окей. Так что давай его. Договорюсь. Ребят, в общем, я дарю самому лучшему комментатору, кто предложит самую безумную идею нашего следующего челленджа с Димона, целый курс по растяжке из 12 уроков. Ссылка на него будет в описании. А вообще, ребята, пишите крутые комментарии, предлагайте на идеи для следующих челленджов, и обязательно вы выиграете именно этот курс. Ну а мы эти челленджи отыщем. Это был Никита Кислов. И Дмитрий Назаров. Школа плавания Swim Rocket. Пока-пока.